Еще одни соревнования прошли накануне в Нарьян-Маре. 42 комплекта медалей разыграли в детско-юношеской школе «Старт». Там прошло традиционное первенство. Владение корейским единоборством продемонстрировали более 120 спортсменов. Они разыграли награды в двух дисциплинах. Маша Басова пришла в спортзал 3 месяца назад. Это ее первое соревнование. Главные болельщики, конечно же, родители. У меня муж был против, потому что он сказал однозначно, что это не для девочек. Ну а я за, потому что, во-первых, ребенок перестал болеть. Во-вторых, очень физически стала здоровенькая. Ну и, конечно, я думаю, что тэквондо очень полезный для здоровья вообще вид спорта и для всего абсолютно. И я вижу, что дочка ходит с удовольствием. Для того, чтобы разрядить обстановку перед соревнованиями и дать пример новичкам, старшие спортсмены провели показательные выступления. На первенстве выступали тэквондисты в 2 дисциплинах – хьонги – формальный комплекс и масоги – поединки. Всего в этот день разыграли 42 комплекта медалей. Большинство наград ушло 5-6-летним спортсменам. Самое главное, мы делаем акцент на 5-6 лет, потому что это ребята начинающие, чтобы у них не было отрицательного мнения по виду спорта, как тэквондо. Мы их разделили по 4 человека, чтобы ребят наградить. Сильнейшие спортсмены определились в каждой возрастной группе. Также прошел отбор для формирования команды региона. Она представит Ненецкий округ на первенстве и чемпионате Северо-Запада. Состязания пройдут в феврале 2015 года. Алена Валий, Александр Дуркин, телеканал «Север».